Харе Кришна, дорогие вайшнавы, Искон Бхагавата Махавидьялая начинает годовой марафон по чтению Шримад Бхагаватам. В процессе этого марафона все записавшиеся на этот курс будут читать по одной главе Шримад Бхагаватам с комментариями Шрилы Прабхупады в неделю, проходить небольшой тест и слушать лекцию по этой главе в конце недели. На мой взгляд, это очень удачный формат. Курс абсолютно бесплатный, и он поможет нам находиться в тонусе и заниматься тем, что сам Шримад Бхагаватам называет Нитья Бхагавата Севая, регулярным изучением Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам говорится, что в результате этого Нитья Бхагавата Севая Нашта Праеша Бадришам. Практически все то, что мешает нам в нашей практике, все те ложные программы, которые мы накопили в своем уме, в своем подсознании, уйдут. Еще раз, это очень удачный формат. И если у вас есть такая возможность посвятить где-то полчаса или 40 минут в день чтению Шримад Бхагаватам, то, пожалуйста, не упускайте эту возможность читать, размышлять, отвечать на вопросы и в конце концов избавляться от всего того, что мешает нам жить. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Харе Кришна.